Мир всем! Сегодня у нас необычная поездка, она по городу. Цель поездки, как вы, наверное, уже знаете, или, может быть, по крайней мере, заметили, у нас идет комплексная программа создания качественной дорожной инфраструктуры. И одно из самых известных, так сказать, почитаемых мест велосипедистами – это поселок Белая речка и все, что выше ее, охотхозяйство и дорога на перевал Хумалан, на Шалхну и так далее. Об этом мы расскажем позже. Сейчас мы едем по Шагинсуково, там ложится свежий асфальт, уже, скорее всего, может быть, даже закончили. Сейчас мы это все проверим. Итак, у нас сегодня разведзаезд. Как видите, по Шагинсуково шикарный асфальт. Даже поговаривают, какой-то новый, изготовленный по новой формуле. Хотя на вид самый обыкновенный. Но самое главное, что он ровный и качественный. Сейчас мы сворачиваем на Торчоково. Так как по улице Ханукоева еще, скорее всего, не закончили ремонтные работы, мы решили заехать со стороны улицы Ленина, проспекта Ленина. С той стороны вроде как уже дорога готова. В проспекте у нас уже некогда новый асфальт потихоньку уже начинает трескаться. Новостройки наши, стекла на дороге, надо смотреть.
Про гидратацию не забываем. Здесь у нас хороший подъемчик идет на телевышку. Дяденька, не надо пылить. И так дышать тяжело. Не пугай коровок. Молоко невкусное будет. Да? Телецентр. Так. И что мы видим? Да, по сути, дорога отсюда уже готова. Широченная. 4 полосы. Это просто праздник какой-то. Выбоин, никаких телаток, как было до этого. Все шикарно. Молодцы ребята. Могут, когда хочет. Так, а что мы видим здесь? А здесь у нас дорога перекрыта. Так, как же нам попасть на белку? Хотя нет, не перекрыта. Ну, поедем посмотрим вниз, что там. Делается обочина или тротуар, скорее всего. Надеюсь, по нижней дороге мы сможем проехать. Ну нет, вот здесь тоже мы заехать не сможем. Сможем. Вообще непонятно. Вот через Ленинград. Санаторий.
Так, что у нас тут? А тут уже лежит асфальт. И это здорово. Это просто замечательно. Вот он. Шикарнецкий асфальтик. Это просто сказка. Ну могут же, когда хотят, а? Это просто песня. Есть, конечно, небольшие косяки. Ну, там, скорее всего, еще будут бордюры. Выровняют, наверное. Да, ехать по такому асфальту на удовольствие. Одно непонятно. Где все велосипедисты? Выходной день. Погода супер. Дорога шикарная. Место популярное. А никого нет. Что это? Может, не знают еще, что дорога готова практически. О, горняк. Значит, пока жду Артура, потихоньку расскажу, чем примечателен этот маршрут для тех, кто, может быть, еще не знает, для местных или тех, кто будет посещать город и захочет что-нибудь недалеко посмотреть интересное. Дорога эта идет через Белую речку поселок, как я уже говорил, упирается в охот хозяйства. С одной стороны есть налево поворот через речку. Там сразу за мостом находится родник очень вкусной и, как говорят, полезной воды. Место очень популярное. Туда регулярно приезжают за водой горожане. Вот. И это все находится вблизи города, поэтому очень удобно. Также, если по той дороге ехать дальше, дальше там уже гравийная дорога, она идет на перевал Хумалан. На перевал Хумалан. Через перевал Хумалан можно попасть в село Карасу, в Черекское ущелье. Черек-Хуламский. Ну а там уже либо на Безинги, если наверх, либо вниз, в сторону Кашхатау. Вот. Также по той дороге можно, если неохота так далеко ехать, повернув направо и через брод, через речку, можно попасть на перевал Шаухна. Тоже довольно популярное место для более таких уже продвинутых ребят, для туристов. Очень красиво. Перевал, в принципе, даже отсюда видно его. Вот также можно там попасть к истокам реки Нальчик. Ну, там много, как бы, ответвлений разных. Вот. Поэтому дорога
весьма популярная. Почему я и удивлен, что сегодня мы не встречаем велосипедистов. Ну, возможно, еще встретим. Так, все, едем дальше. Направо был поворот, это ответвление на верхнюю часть села. Там тоже хорошая дорога. Ограничение 40, не будем превышать. Ибо здесь школа рядом, вон детишки стоят. Детишки — народ непредсказуемый. Алейкум салам. Молодцы какие. Самый крутой подъемчик здесь, Белой речки. Видите, маршрут очень живописный, горочки, вверх-вниз. Еще и осень, самая красивая пора. Осень в горах — это вообще особый шик. Старая мечеть Белореченская, рядом новая строится, большая. Еще облагораживают тротуарчики. На это время куда больше уходит. Работа ручная. Поэтому еще не скоро нам закончится. Так что, ребята, теперь эта дорога не только для МТБ проезжая,
но даже на роликах можно здесь кататься вполне. Не говоря уже о шоссере. Вот, по сути, один час с момента выезда с другого конца города. И вы уже на окраине Белой речки. Здесь еще один торчок есть на ход хозяйства. И все. И конечно. Здесь вот через мостик поворот налево к источнику. Да-да, мы едем прямо. Здесь есть места для отдыха. С кафешками. Вот эту кафешку рекомендовать не буду. Здесь хозяева злые. В остальных все тип-топ. По грибочке? Нет, шиповник. А, да-да. Шиповник от отвалом. Вот. Горняк. Видали, как поднимается? Так, к себе домой. Ну, а я тут, скорее всего, стоя. И то зигзагами. Справа здесь заброшена дача Хрущева, бывшая. Ну, вот, ребят, и весь маршрут, который мы хотели вам показать. Если видео было вам полезно, ставим лайки, подписываемся на канал, колокольчик не забиваем и не забиваем на него. Да, Артур? А мы сейчас поедем уже быстренько вниз. Лепешки.